Па-п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 а. Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, и прислали мне очередную, короче, троллолошечку под названием Troll Tale. Мы с вами прошли 6 частей Troll Квеста, а тут, короче, какие-то сказки, судя по всему. Давайте посмотрим на эти сказки, потому что самый наш любимый, опять-таки, веселый улыбающийся чувачок попал куда-то в мир сказок, какая-то... волшебница, лягушка, старый пес с коротким зубом, призрак, я не знаю, что это за херня, давайте посмотрим. Алло, слышь ты, короче, мы тут жрем пирожки с какой-то бабой, и у меня есть маска-крыса, я захватила волка. А, это типа вместо этой, как и красной шапочки, походу, бабулька в маске волка. Захватила волка в маске бабульки, и теперь выкуп требует в качестве пирожков за волка. Красный шапк, ёпта, начинает свою охоту на бабку. На злую бабку, которая захватила нашего другаря волка. Просыпайся, алё! Хорош, там волк помирает уже, пошли. А, вот все. Шапку надели, поехали. Здорово. Итак, мы, короче, находимся, по идее, должны находиться где-то в лесу, но, судя по тому, что здесь горы, нихера не правда. Ходи вперед. Иди наверх. Еще выше иди. О. Не-не-не, давай вот так, прыгай. Иди вперед. Ты дурак, что ли, иди? А теперь прыгай. Гидроранец, ёпта. Айрон Мэн, ты куда полетел-то? Э-э-э, тихо! Сука! Вот это приколюха! Вот это подстава! Ох, нихера я угадал нормально вообще! Вниз спускайся! Я понял, это Флэппи Бёрд, короче, Флэппи Бёрд самый настоящий... Ну, спускайся вниз. Эй, слышь! А, так положено было. Здорово, Бармалей! Чё тебе надо от меня? Здорово, лягуха! А. На. Ты... На, поешь! Да пропусти меня, слышь! Хорошего жрать сколько можно-то! Иди назад! О, нахер вот этих бармалеев еще ублюдочных! Мы стекол бабульки, что ли, уже? Да ладно, он что такой короткий, не может быть! Это принцесса! А, надо ей лягушку принести! Точно, пойдем с лягушкой к принцессе! Хватит скармливать эту буржую все подряд! Пошли! Вот! А теперь кидай принцессе, чтобы она ее сожрала. Французская принцесса. Да х... Я тебе сейчас икну, икну. Сейчас зайду, тебе будешь шикать у меня. Да... Ты чё, слышь? Вылази! Тут не хотит. А, все? А, выходи. Нормально. Наколдуй мне бабу красивую. Я думал, он ей даст, типа, на, наколдуй мне красивую бабу, и я пойду в свояси. А нет, он всего лишь отнял у нее палку. Вот, теперь мы этого Бармалея сейчас накажем. Короче, Бармалей, на-ка. Он превратил большую говорящую кучу говна в маленькую неговорящую кучу говна. Ну зачем так? Простенько-то надо было что-то другое придумать, слышь. Жалко, что его муха не сожрала. Ага, отлично! Да, где-то, значит, здесь сидит такой здоровый чувак, который играет стаканами, и надо найти шарик. Давай. Чего? Оно тебе зачем? Сука. Зачем тебе жилет за челюсть, дурак? Белка вообще, короче, не вкуривает, заяц вообще... Это чего? Это, слышь, ты дебил, что ли, совсем? Он их напугал, они обоссались. Так, Белоснежка, выходи! Белоснежка! Сноу Уайт, белый снег, давай быстрей! Ну, выходи! Чего? Сука, бобер с железными челюстями, иди звони Белоснежке. Во, аккуратней. Ну конечно, он куда-то полетел-то.
Тихо, это же главный гном. Мне надо отжать ключ. Дай ключ. Теперь я почимаюсь. Теперь я понимаю, почему Белоснежка не общалась сексуально с гномами. Потому что гномам было не до этого. У гномов есть волшебные стульчики. Эй! Как это надо было кинуть? Он попал ему железный челюсть сначала в лоб, а потом челюсть сумела закусить ему жопень. Все, погнали к Белоснежке, вылази. Я не понимаю, нахер он к Белоснежке, если мы идем к бабульке. Ты, чувак, ты в постеле не снимался случаем? Скажи мне, взял ключ. Какой нахер ключ, когда есть нога? Еще тут какие-то двери будут меня останавливать. Здорово, гном. Привет. На ключ. Маскировка уровень бог, пошли. Нет? Чего? Я же замаскировался, все, я тоже гном. Дурак, что ли, какой? Иди, сука. Мастер маскировки. Вот! А, ну вот. Сука, пугало убежало, блядь, муха. Привет, Белоснежка. Я новый гном. Я только недавно приехал по обмену из Дренденска. Давай пирожков мне. О. Я пошел, спасибо. Все, вываливай пирожки. Сперли пироги, чтобы она ничего не догадалась. Чего теперь-то? Эй, окошечко открыть? А, вот, все. Я не понимаю, почему она закричала. Потому что у нее пироги сперли, или потому что гном в окно вышел. Вот это немного непонятно, но я люблю, когда в любом вообще фильме, мультфильме или в чем-то кто-то выходит в окно, потому что это самое замечательное. Опять говно! Нет, не вляпайся! Тихо, тихо, гномы бегут. А... Я не понимаю. Зачем надо было говно перепрыгивать, когда гномы просто рядом его обошли? Скажи мне, шапка. Ты вообще не любишь животных, судя по всему. Да это как так, объясни мне. Дюма, за мной бежите, да отвалите от меня, гномы. Ты чё, уже так устал, что ли? Ты пробежал 3 экрана, чё за херня-то? Кидман, ты давай завязывай с этим. Вунш-пунш, давай что-нибудь сварим, старуха! Я не понимаю, как вообще, зачем это надо. Сука, один остался все равно. То гном, короче, сидел на табуретке, тарахтел сам себя, то теперь старуха. Да хватит звонить, алло. Слышь, короче, тут такая херня, надо, короче, срочно, быстренько, прям вот это, да-да-да-да-да, я понял. Заткнись нахер. Надо было трубку кинуть в это облачко. Эй, тебе звонят, гном! Нет. Нет. Не вздумай бросаться. Не надо. Это же, по-моему, сцена из романа «Гроза». Блеснула литература. Я, может быть, нет, где там Катька со скалы навернулась какая-то. Спасибо. Влюбился в волосатую женщину. Ну, у каждого свой фетиш, ничего по этому поводу я не скажу. О! Да хорош, тут надо разгадать все что-то. Да это прикол, здесь не надо ничего разгадывать всяко. Сука. Ай! Ну это как-то не потрола лошевский. Здесь это слишком логично. Так, здесь логики быть вообще... На нем поплыл. Я и говорю, логики здесь быть не должно. Ну вот, он плавает на цветке. Какая нахер логика? Пошли дальше. По-моему, я знаю, что она говорит. Вот-вот. Именно так я и хотел ей ответить, именно так. Это же на знаменитом гусином языке означает... Ты не пришел ли ты мне мстить, крот, скажи мне, пожалуйста. Я тебе говорил, не бей животных просто так, он уже по-любому, сука, с товарищем. Сейчас как в этом, как в Dark Souls, будь-ка там босс вылазил, такой крокодильчик, а потом вылезла херня на весь экран.
Он боится. Чего это за прикол? Он на кротовом языке сказал: дай мне магнит. Это вообще реально, нет, скажите мне, пожалуйста. Не, я, конечно, понимаю, что магнит может, в принципе, притянуть к себе человека. Но как он полетит наверх, то он же... Привет. Давай его примагнить. Вот. Делов-то. Заходи. Это бабка? Король? О, спящая красавица. Давай ее целуй. Вот. Дай ей пирожка жрануть, когда народ открывает. Кидай! Король обосрался, баба жрет во сне. Правильно, это не положено. Во сне надо спать, а не пироги точить. Поехали, вставай. Ну ты чё? Иди открывай, ты достал меня, ты видишь, дверь не открывается. А... Как ее открыть-то, слышь? Трололошка, ну-ка давай-ка уже. Не понял я сейчас. У тебя же что-то должно же где-то быть. Какая-нибудь херня там подставить или что-то. Иди туда, заползай. Не хотит, прикинь. А! А! Вот теперь все правильно. Теперь проползай. Наземный скат. Да хорош, что ты че? Ты че так срешь-то вообще? Ну пошли полегонечку, здесь не надо. Оу! Долго находиться здесь нельзя. Пошли, пошли, пошли. Обезьяна, по-моему, дурная, не надо. Она сейчас ударит, если ты медленно... У нее палец на носу, смотри, прям большой, с ногтем. Не бей меня, падла. Беги! Вот, прощай, дурень. Че это? Молодец. Какая огромная карета. Давай, Золушка, катись. Красная Золушка. Красная Золшапка, я бы так это назвал. Что, тебе больно, что ли? Вставай давай. Только ради волка, прикинь, на что идет ради волка. Он сам себя уже просто изничтожил. Он весь больн... Бабка! Все, Гренни, бабушка! Открой! Так не пойдет? Какие-нибудь признаки открывания двери есть вообще? Почему-то я так и подумал. Почему-то это так и подразумевалось. Заходи. Чего нет-то? Бабка! Я пришел, принес тебе пироги. Вот. Стреляй. Какая охерительно прочная дверь. По-любому не китайская. Вот. Нахер он вообще ее открывал, мне интересно. Ах ты ж, сучка, попалась! Ну, а мы как бы вначале это поняли. Че не так-то? А это шутка была, прикинь, типа он их поддейтовал. Немножечко. Бабка сняла маску волка, получилась бабка, волк снял маску бабки, получился волк, а красный шапка снял маску красного шапка и остался красным шапком. Как бы печально это не звучало, но это и беда так. Game complete. Не очень она веселая получилась по сравнению с тем, что было раньше. Но, а что поделаешь, даже какой-то самый скучный тролл-квест, наверное, был повеселее, чем эта херня, потому что там надо было что-то делать и в чем-то сомневаться. А здесь надо было просто пробежать, даже ничего не делать, тупо, короче. Можно было сделать это как флеш-мультфильм какой-нибудь, по идее, а не кликер этот флешечный. Ну, такая вот сказочка, чего мы, в принципе, все сказки с вами вспомнили, даже «Грозу» вспомнили, и «Островский», по-моему. Это кому-то может пригодиться, хотя бы немножко познавательное получится. Выносюшечка у нас под названием Troll Tale. Такие вот дела. Ссылка на плейлист с остальными выносами в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. Если вы еще знаете тролл игры, но более веселые, не то что это, то присылайте. А вот типа такого не надо, что-то как-то нам заразу. Ну есть, конечно, где поржать, но не особо. Такие вот дела.
Ссылка на плейлист я уже сказал, и всем до встречи, всем пока. Раньше здесь был мат.